В ноябре этого года мэр Владимир Шарыпов знакомился с работой Ивановской фабрики игрушек и остался под впечатлением от ассортимента продукции и видов кукол. В тот же момент и была достигнута договоренность в качестве эксперимента поставлять игрушки в детские сады областного центра. Игрушки не простые, а образовательные. Набор из 8 кукол получила дошкольная группа сада номер 92. Утром во время зарядки куклы принимают участие в движелке, а во время общения, когда идет развитие, речи, участвуют в занятии общалки. Во время умывания, Кумывалкин у нас приглашается, да, во время прогулки идет с ними гулять, Настроелкин гуляет, Движелкин. Поэтому все куклы по возможности используются непосредственно в образовательной деятельности. Ребятам они очень нравятся. У каждой куклы есть имя и свой функционал. Каждая умеет говорить и может дать ребенку полезные навыки. Когда ты поссорился, нужно его взять за руки с другом и помириться. Привет! Я друг здоровья общалки. Совет о правилах общения, чтобы здоровье укреплять. Правила общения надо соблюдать. Вежливо спросить, ответить. Чтобы дружно жить на свете. Совет общалки соблюдай и здоровье укрепляй. Такие куклы должны научить малышей здоровому образу жизни, привить правильные привычки. На фабрике идея игрушек продумывалась до мелочей. Автор несколько лет писал образовательную программу под каждого героя. Автор методики — мы лицензиаты. То есть автор методики — это Меньшов Игорь Владимирович. Это, в общем, человек там лет 7-8 разрабатывал это все. И рецензию дали лучшие доктора наук по педагогике. Куклы прекрасно прижились в детском саду и теперь могут быть поставлены в другие дошкольные учреждения. Есть запрос на развивалкино, общалкино и умывалкино и в других регионах. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.